В силу того, что необходимо повышать качество ритуальных услуг, в силу того, что нужно обеспечить защиту законных прав и интересов граждан, мы выходим с инициативой внесения изменений в федеральный закон о погребении, с тем, что эта деятельность, по нашему мнению, безусловно, должна лицензироваться. И те, кто будут заниматься этой деятельностью, они должны соответствовать уровню квалификации и обеспечивать надлежащее качество предоставления этих услуг.